Впервые всероссийская акция «Сохраним лес» прошла в 2019 году. А спустя два года Алтайский край вошел в топ-5 регионов по количеству высаженных деревьев. Задача проекта в этом году – засадить юной зеленой порослью 400 гектаров региона, в том числе и в его столице. Это красит сам город, и дышать становится легче, потому что наша атмосфера все-таки загрязнена газами, пылью. И для того, чтобы легче дышалось, мы садим деревья. Центральная аллея парка «Изумрудный» – его визитная карточка. К высадке деревьев на этой территории относится с трепетом. Теперь здесь будут расти молодые ели. С лопатой был замечен и губернатор края. Задействовано огромное количество людей. И, откровенно говоря, сегодня я тоже и принял решение, и попросил меня включить в состав участников этой акции. Просто как жителя Алтайского края, как жителя города Барнаула. Это с детства в человеке воспитывается и уважение к природе, и понимание, что ты приходишь на эту землю за кем-то и кому-то ее оставляешь, и должен свой вклад оставить. Именно в Изумрудном начали реализовывать идеи по восстановлению зеленых общественных территорий, отметил губернатор. А вот очередной этап акции «Сохраним лес» пройдет в Белокурихе. К елям там планируют добавить лиственные дубы. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.